Всем привет! Дали задание с альманаха поглотить, подождите, поглотить 1970 урона абсорбером типа насекомое. 1785 поглотил, 1970 надо. Осталось до конца 1 час. В общем, бегал, в общем, нигде нельзя поглотить. Прибирал на вот эту, на пеканах качать. Так, у меня есть вот такой септайл с корзиной Беркун. Так. Ну, этого просто я качаю кольцом. Так, ну, вот это, что пеканов убивать. И вот этот поглощает тип абсорбером. Поглощает урон. И взял одного этого, чтобы вдруг сбег нападет, хоть огонек на него кинуть. Блуждающий. Так, надо 200 урона поглотить. В общем, ждал этого пекана. Набил 13 колючек уже, 6 древесных коры, 10 орехов. О, буду продавать их. Никто не покупает. Ждем пекана. Так, осталось докачать. Сколько тут не могу понять. В общем, 200, ну даже меньше. Где-то 150. И, ну, в общем, 200 надо докачать, 200. А пеканы, как всегда, не нападают. А пеканов нету. Ждем пекана. Когда же он нападет? Пекан, ты когда нападешь? Все хотят вдох взять. Дайте вдох, дайте вдох. Ну чё, пекан, где ты? Фоль проиграл, кредит 200. Так, у меня еще есть вот столько бумажек. 8 штук. А типа одной. Чтоб альманах докачать. Че рассказывали? Это как я? 2 ящика таких выбил. Выбил страницу дополнительно, но то я его уже, может быть, сегодня включу в 12 ночи, потому что сегодня уже, ну, не успею, задание не успею выполнить. Так, вторая сова пустая. Так, какие у меня абсорберы есть? Водный дракон, призрак. Сталь, электрический, ядовитый, боевой, трава, лед. Качаем насекомые. Абсорбер, жук. В общем, абсорбер, жук. Сейчас главное этих пеканов дождаться. Еще где-то 4 пекана надо. Может даже меньше. 4 пекана еще надо дождаться. Очень много вот это... Хомячка очень, хомячок очень много нападает, по 20 штук подряд прям. Тогда сидишь в писку, ну в общем, одни пискуны нападают. Вот опять смотри, я его убил, да, а он опять нападает. Вот я его второй раз убил, а он сейчас опять нападет. Не знаю, в чем прикол, 5 штук или 6 или 10 штук подряд нападает. Так, еще остался до конца задания 1 час. Вот рухлю я вот так, прыгаю. И икс-ножницы. И корзина Беркуна, наверное, там быть одет. Пустой. Ну ладно, ничего. Когда-то выбиться. В общем, набил колючек, орехов. Вот это все понабивал. Всякого. Потом буду их продавать.
Не продам, пусть лежат. Сейчас ремесло еще покажу. Сейчас это быстренько. Так, ремесло еще показать. Вот ремесло. А то у меня столько ремесла уже. И стимпак, и каска, и пружина, и карточка. Ну его невыгодно делать, это вообще лучше или пропустить задание купить или нет. Я его делал, делал, но вообще не выбивается, ни у кого нету. И за него хотят по 2, по 3 миллиона я трачу на него. Чтоб сделать, нету смысла. Как задание, потратить 4 тренировки, а пропустить задание стоит 1 300 000. Ну то есть покупаешь 6 жемов, да, 1 300 000 где-то. И пропускаешь задание, то есть получается, ну, дешевле купить сразу задание, чем 4 тренировки. 4 тренировки это, ну, 4 миллиона, то есть получается 1 300 000 дешевле, чем 4 тренировки потратить. Вот такой. Так, ну чё, где же этот пикан? Я еще свисток включил, у кого есть этот свисточек, инструмент тоже закидывайте, чтобы веселее было. Опять хомячок напал. 20-й хомячок подряд, но он пустой, он всегда пустой почти. Ждем пикана. Хочу колючку продать по 20 тысяч. У меня их уже 13 штук. Это уже сколько? 200. 200, 200, 260 тысяч дадут, если все продать. А пекан все не нападает. А пекан все не нападает. Держу, непонятно. Пикант, идея, нападай уже. Вот кому скучно в игре, вот так еще можно Августу написать. Это прикольный тип. Август. Сейчас я ему напишу. Привет, какой уровень Альма уже? Ждем пекана. Опять сова. Пустая. Сова пустая. Ждем пекана. Когда же он нападет? Очень редко нападает. О, опять этот. Опять этот. Пустой. О. Так. Привет, Набухика. Я прошлый не прошел. Я прошлый не прошел. О, древесная кора, две штучки. Будете знать, где древесную кору выбивать. По 15 тысяч продаю ее. Так. Я прошлый не прошел. А этот взял. А этот взял. Еще атак, еще 40 или 50 ударов еще есть. А ты этот хоть взял альманах? О, опять этот. Пустой. Древесная кора, 8 штук уже. 10 насобираю и на продажу выставлю. Ну чё, Август? Когда ты мне напишешь? Ты альманах взял, я прошлый не прошел. А говорю мне всегда, что всегда проходит. В этот раз не прошел.
Ля-ля-ля, 19 минут. Ну чё? Ни одного пекана не было. Ни одного пекана нету. Скобу продаю 14. Надо насобирать деньги, потом все скобы скупить. И чтобы все без скобы играли. Взял, я просто в бой командном завис. Ага. Так, пишем ему. Какой уже уровень? Уровень. Если вам скучно, то тоже ему можете писать. Он всегда что-то отвечает. Это прикольный тип. Какой уже уровень у тебя альманаха? Так, в регионе что там пишут? Так, спарю две пары. Ребята, я лечу в Канто. Пусть он питомники в фильтре, а так загуглит спешка. Вдруг найдется. Вообще тут куча текста пишут. Надо пик. В общем, на пеканах качай, но недолго нападает. 14 уровень, неужели монах у него? Ну круто. Круто. Меня тоже. Но он врет, потому что если он взял обычную книжку простую, он бы он и до 14 уровня не докачал бы. Потому что это ну или либо у него сильно легкие задания, потому что на следующей неделе ему скорее всего так подкрутят, что он не сможет быстро выполнять. Нет, они подкрутят, потому что я самую большую книжку купил. Сейчас покажу. Вот. Я самую большую купил. То есть тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь заданий. Ну, то есть тут и подкручу, не подкручу, по-любому что-то попадет. И ты пройдешь. Пустой. Сколько это, вот эта трухля уже раз. Раза шесть где-то напало. Ждем пеканов. Ту-ту-ту-ту-ту. Еще час. Час 10 до конца задания. Надо всего 200 этих набить. А то где-то получается. Где-то 2-3 пекана надо. Да, где-то 2-3 пекана и все. И выполню задание. За час 3 пекана. Это получается пекан в 30 раз в 30 минут. Думаю, нападет. Главное с локации не выходить. Чтоб пекан наш злой был. Опять сова. Атаки еще много. Вот у меня 30, 32 атаки, 12 и 2. Жду пекана. Выбиваю колючку пекана, орех, древесную кору. В общем, все, что можно, все выбиваю, все, что можно. Выбиваю все подряд. Кто примет меня в клан, а хочет пойти в клан и в клане одолжить 1 миллион, 1 кк одолжить в клане. Куплю любую кликуну для академии. Куплю тренировки и продам резерв с кабл кольцо приручение. Ну чё, опека этого пекана пока дождёшься, это вообще. О, вот пекан напал. Это прыгаем джелисентом. Нуждающие огни. Вот они. Включились. Прыгаем вот этим. Абсорбер проглотил 3 урона. 5 урона проглотил. 3. 3. 7. 5.
Три, еще на раз. И теперь переключаем. Так, еще колючка пекана. Теперь выходим, чиним и опять на локацию. 1819. Так, следующий пекан, опять прыгаем. В огне промазал. Берем в эту птичку. Так, допустим, насест. Бьем. Бьем. О, все, зашлось. Прыгаем. То на один удар меньше будет. 6 урона проглотил. Регенерация. 8, 7, 8, 3, 6. Все, переключаем. О. Два пекана подряд. Так. Заходим. И ждем третьего пекана. 1857. Сколько это будет? 100 с чем-то еще. 120. 120 еще надо. Но надо дождаться пекана. И где-то 45 минут до конца осталось альманаха. Ну, два пекана за 40 минут. Надо этих крысок переклацать по-быстрому. Два пекана еще. Два пекана. Пустой. Колючку пекана продам. 14 колючек. Ну и что там? Два пекана еще надо, ну. Два пекана. Когда же эти два пекана нападут уже, ну? Два пекана, когда они нападут? О! Ну что, древесная кора. Будет или нет? Не, пустой. Еще древесную кору подхватим. По 15 тысяч я ее продаю, ее сразу так. Мне давай, сразу. О, все, пекан напал. Прыгаем, кидаем блуждающие огни. Есть, поставили. Прыгаем, регенерация. Чик, чик. 10 урона проглотил. Чик, еще 10 урона. 4 урона, 9, 5 урона, еще на раз, 14 урона проглотил. И теперь дракошиком, тут же я его просто качаю из-за этого. Так, еще раз починить, все, прыгаем. И ждем опять пекана. 1916, 1970 надо. Так, 70 минус 16, сколько это будет? Математик еще тот. Будет... 54. 54 урона еще надо. Это где-то 1-2 пекана еще осталось. Кидаем свисточек. Чтоб чаще чтоб нападали. Все, еще 2 пекана осталось. Очень сложное задание. То есть тогда было психический абсорбер 1500 урона. А это 2000 урона. То есть на 500 урона больше. Конечно, на 500 это уже, ну, на час больше, на 2 часа больше. О. Поможет кто-то спарить. Поможет кто-то спарить. Так, ждем пекана сейчас. Сейчас надо настроиться, сейчас будет куча этих хомячков нападать. Куча хомячков будет нападать. Так, птичка иногда рек дает фоль. Сейчас эти пискуны будут штук 10, хомячков штук 10 будут нападать. По-любому сейчас. Они очень часто нападают. Че, 3 минуты до 11. И потом последний час останется выполнить задание. У меня были задания.
Вот то, что я говорил, хомячок нападает. Пустой. Так, у меня были задания. Подавить эволюцию камня вечности. Выбить 100 камней для бабушки. Я уже выбил. Сейчас покажу. О, подождите, этого ударим. Так, пустой. Вообще нету камней уже. Все камни, вот ровно 100 очков выбил я и занес. Так, выбить камушки надо было и камень вечности. Я это камень вечности быстро выполнил, за минуты две где-то. И вот это 100 камней пока выбил, полдня ушло. Еще один ящик, потом продавать буду. По 40 тысяч продаю. Три штучки уже. Так, вот это. Как его? 100 камней пока выбил. И потом пошел абсорбером. И вышло, что это. Что ну негде прокачать его. Там мало дают, там редко нападают. В общем, и вот так ходил, я ходил. Добрался до пеканов. О. Древесная кора. Две штуки сразу. 10 коры уже. И 14 колючек. Сейчас оно объявление закончится. Сейчас напишем. Продам древесную кору по 15 тысяч. Все, ждем объявления. 6 минут. Ну чё, где же этот пекан? Где же эти пеканы? Где же эта колючка? Все, 1 час. До конца альманаха 1 час остался. Через час обновление будет и новое задание. Ждем пекана. Орех. Плюс орех. Плюс орех. Уже 11 орехов. Вот до брандера 42. 4 минуты до следующего объявления вы сможете отправить. Через 4 минуты. Вот пекан. Вот он напал. Вот он. Прыгаем. Кидаем огонек. Если промазали, то вот это я беру талантфлеймом. Горящее тело у него способность. Так, все, прыгаем, качаем. 3 урона поглотил. 9 урона. 6. 9. Внизу пишется, абсорбер поглотил. 5 урона, еще 5. Еще 5, еще на раз. 8. И теперь вот этим добиваем. Все пустой. Чиним. И опять на локацию. И опять ждем пекана. О, все, ждем пекана теперь. 4. 4 урона надо. 4 урона. Давайте сову добьем, да? 4 урона с помощью совы. Так, прыгаем. Абсорбер поглотил 1 урон. Абсорбер поглотил еще 1 урон. Абсорбер поглотил 1 урон. Так, оно на. Переключим. Ну давай, 1 урон надо еще. Еще 1 урон надо. О, все. Поглотите 1970 урона абсорбером, типа насекомые, достигнут 15 уровень. Все, выполнил задание. Так, пустой. Все, отлично, выполнил задание. Снимаем этот. Абсорбер жука снимаем. Все, целый. Этого мы заносим пока весь в питомник. Этого тоже в питомник. Так, возьмем теперь рыбку нашу. Алло. Алло, мола. Я ее назвал. Алло. Так, дальше идем. Все, выполнил задание. До следующего уровня 900 надо. И мне дадут вот эти 2 таблетки препарат X и Y. И мне надо вот потратить будет
вот это два раза сменить монстром и дадут 2500. Так, теперь идем теперь на радиобашню. Я выполнял с помощью психического абсорбера на радиобашне. Вот, смотрите, сейчас прыгаем, кидаем огонек. Все, огонек загорелся. И теперь, допустим, ставим этого. Сейчас, вот регенерация. Вот. И она его с одного удара убивает. Вот. Эффективная атака, урон 406. Все, она его убила. То есть, мы даже вот, как сказать, мы кидаем огонек, но мы тип насекомый, не можем качать в радиобашне. Потому что у него удар на 406 проскакивает, и он с одного удара его убивает. Вот, поэтому мы качали в этот раз. Поэтому мы качали его там, где колючки пекана. В глухом колючем лесу мы качали. Поэтому сначала можно попробовать без абсорбера. 2-3 раза, 4 раза. Если птичка его не убивает, никак не убивает. Не случайно, вообще никак не убивает. Тогда можно там качать. Но всегда огонек сначала повесить. Надо повесить блуждающий огонек обязательно. Все, если она его не убивает, вот я типом психический абсорбер качал, она его не убивала. Оно прошло. А вот насекомое, оно не проходит. То есть она его на 400, а бывает на 560 проскакивает удар, и то есть ты там не прокачаешь никак. И я его качал уже там, где колючки пекана. Там нормально дают. Сейчас кинем объявление. О, все. Там древесную кору по 15 тысяч. Всего еще 10 коры продам. 150 тысяч будет. Вот такое видео. Все. Поглотил урон с помощью типа насекомых. Всем спасибо за просмотр.